Доля промышленности в валовом продукте Тюменской области по итогам прошлого года уже достигла почти трети. В 2007-м, для сравнения, было менее 10%. Тогда львиная часть приходилась на торговлю, а собственного производства было крайне мало. Сейчас ситуация в корне меняется. И при этом сектор добычи ресурсов перестал быть определяющим в экономике региона. Доля тюменской нефти в общероссийских объемах составляет чуть более 2%. По этому показателю мы всего на 13-м месте в стране. Зато по объемам инвестиций на душу населения входим в топ-10, почти вдвое превышая средний показатель. Свыше 5% всех российских инвестиций в обработку осуществляется именно в Тюменской области. За 10 лет здесь открыто 35 крупных и сотни малых промышленных предприятий.